Вот теперь и смотрите, Айдин Масуми, Артур Таймазов. Вот это схватка гигантов. Оу. Что такое? Что такое? Артур сам не понял. Масуми говорит, мне куда-то попал. Куда-то попал. Ой-ой-ой. В шею, что ли, попал. Ну, извини, говорит, ну, и сам видишь, боролись же, боролись. Вот бы защитился, у тебя тоже руки есть. И борьба продолжается. Артур Таймазов выигрывает пока. Арсен Фазаев, смотрите, вот усатый оттуда внимательно наблюдает. Осетин за осетином. Решили перенести вот эту схватку, потому что Марин Муталюм действительно только что оттуда ушел, он до раздевалки еще не дошел и сразу издевает. Вот такой вот график чуть-чуть не сошелся здесь. Здесь гиганты, гиганты продолжают схватку. Масуми Таймазов. Да, большое напряжение, большое напряжение. 6 схваток в день провести. Если еще между ним интервал маленький, это для борца изнеможение. Тут невольно подумаешь о допинге. Все, первый период выиграл Артур Таймазов. Перерыв на 30 секунд. Смотри, говорит, как надо. Вот так проходи. Вот, говорит, я тебе показываю ключ против Артура Таймазова. Не давай ему наклоняться, подними и бросай. Узбекские тренеры, один узбекский, один осетинский, проводили Артура Таймазова на ковер. Айдин, Айдин, Айдин делает свое грязное дело, выталкивает за пределы ковра. И иранцы воодушевились. Шанс есть во втором периоде. Ну, Таймазов опытный боец. Таймазов многое видел на этом веку. Посмотрим, что он сейчас делает против. Он проигрывает. Перевел дух. Задумывает сейчас нападение. Уходит. Айдин уходит. Уважаемые друзья, болельщики, кассеты студии «Утро-2» предназначены для болельщиков. Целиком и полностью снимать один только ковер и технические действия борцов мы не обязаны. Это популярный журналистский продукт. Для тренеров, для борцов это нет необходимости отсюда вычесть. Есть кое-что, конечно, есть большинство, которые вы не видели приемы. Здесь все отражено, но тем не менее, все, Артур устал. Он больше второй период не хочет бороться. Он, видимо, уже смирился с тем, что второй период он проиграл. Нет! О! Как легко ушел! 1-1. Все, теперь Артур Таймазов выигрывает. Масуми вообще заснул, что ли? Все, Масуми, до свидания, Баку. Садись в автобус, езжай в Стамбул. Неожиданно, так расслабился Масуми, не понял даже, так легко отдолбал. Они не знают, сейчас поднимают Артура Таймазова руку.